Я часто слышу, как многие женщины, особенно после рождения второго ребенка, говорят: «У меня недержание мочи, мне нужна операция». И я задалась вопросом, а можно ли сделать ее сразу же после родов, чтобы не ложиться на операционный стол еще раз? Мой врач сказал: «В этом нет нужды, мы позаботились о том, чтобы у вас не было этой проблемы. Мы установили нормальную степень удержания мочи путем наполнения вашего мочевого пузыря жидкостью». И я говорю: «Супер, получается, мне не нужно делать еще одну операцию». К медицине у меня холистический подход, и мой врач единственный, к кому я обращаюсь. В любом случае, когда он впервые упомянул аппарат МСЭЛа, я пожаловалась ему на то, что иногда, когда я чихаю, мне приходится скрещивать ноги, чтобы сдержать нужду. Я спросила: «В чем же дело? Я думала, вы позаботились об этом?» Он пояснил, что дело в возрасте, мне уже почти 50, а также в перенесенных родах. Естественно, что мышцы тазового дна становятся слабее. И врач порекомендовал мне этот аппарат. Я попробовала его, и разница в ощущениях просто огромная. Теперь мне даже не нужно скрещивать ноги, когда я чихаю. Это поистине феноменально. Я была восхищена результатом. Он превзошел все возможные ожидания. Я говорю всем своим знакомым с подобной или с более серьезной проблемой, что решение есть. Нужно всего лишь пройти 6 процедур на специальном кресле. Даже не нужно снимать одежду. Звучит, конечно, немного странно, но ведь аппарат работает. Я, безусловно, его рекомендую. Специфические ощущения, конечно, присутствуют, но они абсолютно терпимые. Первой моей мыслью было: «Ого, это немного странно», но к этому быстро привыкаешь. Настолько, что во время процедуры можно спокойно почитать журнал. Суть процедуры заключается в том, что это эффективная замена упражнениям Кегеля, на которых у многих людей попросту нет ни времени, ни сил. Если честно, эти упражнения делать довольно сложно. Да и зачем? Кресло МСЭЛа выполнит всю работу за тебя. Оно творит чудеса.